Перед початком расистости соправдные джентльмены, выхованцы Гомельского инженерного лицея МНС, як и належать, представниц пригожей половы человечества сустракают с кветками. На свято запросили больше 40 женщин, которые работают у разных галинах народно-господарчего комплексу Гомельщины, от промысловой сферы до бытового обслуговывания. Объединяет их то, что все они являются членами профсоюзов и клопотливыми мати. Сирот запрошенных на мероприемство одразу несколько женщин выховывают 5 и больше детей. Яны мають гоноровое звание шмадетной мати и узнагороджены отповедным орденом. Подчас душевной встречи гэтая мати героини делились своим особистым опытом и секретами на конт того, якими якостями повинны володать батьки, как побудовать зуртованную великую семью и выховать у ее добрых детей. Огромная концентрация внимания, огромной силой воли, огромной выносливостью и очень большой любовью, которой бы хватило на все проказы, на все их особенности, на все какие-то индивидуальные черточки, чтобы суметь их разглядеть, чтобы суметь их развить, чтобы они смогли воплотить вот все, ну, как бы лучшие качества. Для гостей урочистости у Доме профсоюза уладилась насыщенная концертная и веншевальная программа с уделом юных гомельских зорочек. Подобные святочные встречи у Гомельским областным объединении профсоюза уже стали доброй традицией. Яны заусёды проходят у теплой душевной атмосферы, у сопровождении щирых сердечных слов подяки и пожаданий у адрес жанчин-мати. А як інакш, бо гэта самы дорогие и близкие для кожного человека, мець якого само по себе велизарное, бесценное счастье. Милые мамы, с праздником вас! Добра, счастья, любви и долголетия. Чем дольше вы живете на земле, тем больше и дольше мы чувствуем себя детьми и чувствуем себя совершенно другими, защищенными и высоко-высоко любимыми. Вероника Ворошилина, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».